Производство приборов и аппаратов для автоматического регулирования, производство офисной мебели и электрического оборудования. Через фотографию проект «Бизнес в объективе» показывает обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. На этих снимках рязанские предприниматели, которые смогли открыть свое дело и добиться успеха. Через подобные истории мы, в принципе, показываем, что путь предпринимателя, с одной стороны, достаточно тяжелый путь, с другой стороны, это очень интересный путь. И если по результатам подобных мероприятий, кто-то из ребят, кто учится в школах, может быть, в институтах, примет решение о том, что свою жизнь связать с малым средним бизнесом, предпринимательством, мы считаем, что наша цель будет достигнута. У проекта «Бизнес в объективе» первый юбилей. Ему исполнилось 5 лет. За это время было проведено около 200 выставок. Их география от Владивостока до Калининграда. Участие в проекте уже приняли более 700 предпринимателей. В Рязани выставка проекта «Бизнес в объективе» впервые прошла в 2017 году. Отрад на то, что выставка обновилась. У нас появились новые успешные проекты, новые предприниматели, которые доросли, которые вырастили свой бизнес. Мне хотелось бы на сегодняшнем мероприятии пожелать всем успехов, процветания, продвижения, классных проектов. Промсвязьбанк уже не первый год является партнером конкурса, главной целью которого стала поддержка проектов предпринимателей и поиск лучших бизнес-решений в условиях современной цифровой экономики. Главное, что можно получить от участия в сегодняшнем мероприятии, это, конечно же, безусловно, знания и новые проекты. Весь форум сегодня состоит из действительно нужных, важных круглых столов, мастер-классов, спикеры, которые будут сегодня выступать со своими докладами, с презентациями, дадут действительно ценные знания, важные навыки, советы, которые уже завтра можно применить в своем бизнесе, в развитии своего бизнеса, возможно, в открытии нового бизнеса. Гости форума отметили, что Промсвязьбанк поддерживает малый и средний бизнес, предоставляя комплексное банковское обслуживание, высокотехнологичные банковские продукты и услуги. Очень важно популяризировать предпринимательство как мотор, как двигатель развития. Этому и посвящена наш форум. Многих людей, которые сейчас на фотографиях, я их лично знаю, и очень интересно на них смотреть, как они выглядят, как они увлечены. И самому даже хочется заняться предпринимательством, но, к сожалению, нельзя. Поэтому я хочу пожелать нам с вами успеха сегодня, продуктивной работы. Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Развивает малый и средний бизнес, в том числе коммерческое кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, включая выдачу векселей, денежные переводы, предоставление гарантий. Операционный офис Рязанский Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» находится по адресу улица Ленина, дом 9. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».